Добрый день, с вами канал Малорама. Сегодня у нас новости от сериала «Ветреный». Новая актриса присоединится к касту сериала «Ветреный». Кто она? Невеста для Фарата? По неподтвержденной информации появились слухи, что молодая актриса Диляра Ешер-Прак присоединилась к касту сериала «Ветреный». Поводом для таких новостей стало то, что Гюльчин Хатин, которая играет Хандан, поделилась новой фотографией с Дилярой, а также режиссеры и Джахид Гог подписались на нее. Ее как бы планируют на возлюбленную для Фарата. А нам эта новость очень даже по душе. Хорошо, если так, персонаж Фарата должен уже обзавестись парой. Ждем подтверждения от Банок Денис. А что вы думаете по поводу актрисы? Подходит ли она на роль возлюбленной Фарата? Или может она подойдет больше Аслану? Потому что нужно срочно переключить внимание Аслана на другую красавицу, кроме Раян. Небольшой спойлер к 47-й серии сериала «Ветреный». Хазар проведет небольшое расследование, окончательно убедится, что Миран его сын. Сегодня или завтра должны дать фрагмент 47-й серии сериала «Ветреный», которая выйдет 13 ноября в 20:00 на телеканале АТВ. Последнее время АТВ сильно задерживает выход фрагмента, надеемся, что это не станет нормой. На этом на все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!